существовании как независимого государства. И поэтому мы надеемся, я думаю, небезосновательно, то, что в этом мероприятии и в дальнейших действиях примут участие не только общественные и политические деятели, но, я думаю, бизнес, как сказали вы, неравнодушные граждане, молодежь, студенчество, наша интеллигенция, академическое сообщество. Потому что это касается всех. Это не только вопрос экономики, это вопрос нашего суверенитета. И вот еще два слова хочу добавить к тому, что Ливан говорил. На самом деле, какая бы у вас ни была экономика либеральная, консервативная, какой бы у вас ни был капитализм, главное, чтобы он не был диким. Главное, чтобы главными реципиентами, выгодоизвлекателями этого процесса были все граждане Абхазии, а не какой-то избранный класс, там, я не знаю, чиновники или депутаты, или какой-то олигархат страны, который к вам сюда инвестирует. Это должно в первую очередь интересов всех граждан Абхазии, а не так, как сейчас. То, что нам предлагают сейчас, это, я извиняюсь, в бусы, в обмен на золото. Мы к такому не готовы, и мы этого не допустим.